Во дворах Одинцовского округа сотрудники госавтоинспекции вновь провели акцию «Безопасный двор». Они побеседовали с родителями, которые находятся с детьми на прогулке. Напомнили им о необходимости постоянного контроля за поведением ребят во дворе, а также о том, какие опасности их могут подстерегать. Зачастую основной причиной ДТП становится неожиданное появление ребенка из-за припаркованного автомобиля. Кроме того, взрослым и детям рассказали о пользе ношения световозвращающих элементов на одежде. В завершение всем участникам вручили тематические листовки и световозвращающие браслеты.